Привет всем! Заморочка у меня получилась тут с крышечкой. Здесь надо точнуть чуть-чуть и отшлифовать. А патрон не лезет оно. Вставлять в тот, в другой тоже это мешает ручка. И сделал я вот такую вот с бука шайбочку под размер. Это все можно будет сейчас зажать и точнуть. Не люблю такие патроны с этими и бомбасками, с ключом лучше. 5 рук надо, чтобы что-то выточить. Вот так вот. Ну, сейчас попробуем, вылетит, не вылетит. И будем закругляться. Это так, видосик просто короткий, информативный. Может, кому полезно будет. Держит, работает. Так что кому полезно, делайте. Где она тут? Прорезь вот вставляем между кулачков и отверстие в этой бабушке, или как ее назвать, растачиваем там буквально миллиметр больше, чем ручка от крышки. Это можно на каждую крышку индивидуально сделать, или если гнать большую партию, то и так хватит. Это чисто только вот эту вот сторону чуть обработать. Потому что туда вставлять опять центра нету. Она упирается. Опять обломчик. Вот так вот выеживаюсь. Может, повезет, так патрон куплю с обратными кулачками. Чтобы можно было так брать это все. Надоело мне уже возиться с этим. На каждую ерунду приспособу надо придумывать. Вот такой видосик. Всем пока. Спасибо за внимание. Всем удачи. До новых встреч в эфире.